приветствую вас. Многое зависит от цели, от ожиданий, от мотивов, от, собственно, проблематики, наверное, взаимодействия между вами и молодым человеком, потому что если проблемы есть, они никуда не денутся, они остались, то есть если у вас не получилось тогда, то это произошло вследствие каких-то причин, вследствие каких-то проблем, вследствие каких-то обстоятельств, и нужно понимать, что эти обстоятельства, скорее всего, никуда не делись. Это первое. Второе, нужно понимать, что когда вы общались с этим представителем, в зависимости от того, насколько близко вы общались, после представления и самопредставления, прекращение, точнее, общения, это в некоторой степени травма, вот, нужно понимать, как бы, прожита она вами или нет. То есть болит все, травма расставания или нет, потому что это может быть такая попытка, ну, вернуть то, что было, да, и закрыть, что называется, гештальт. Вот. Мотив для построения отношений, он не очень хорош. Следующее, это, вот вы говорите, думаю о нем, в каком контексте? Вы о нем думаете, что вы о нем думаете, вот. Вам чего-то хочется, а что будет, если вы не получите того, что вам хочется, то есть это все вот тоже как-то влияет, безусловно, вне всякого сомнения, это тоже влияет, тут тоже нужно разбираться, вот, напоминать ему о себе, ну, понимаете, что такое напомнить о себе. Да, вот что такое, напомните о себе. Это же выглядит как привлечение внимания. Если вы хотите, не знаю, привлечь внимание человека молодого к себе, то это же говорит о том, что вы себя сами, ну, не очень цените. И если вы подобное общение начинаете, вот, то вы начинаете его с, ну, условно там, с такой вот подачи, что, ну, что вам интересен именно он, мужчина, человек, вот, а получается, вероятно, что не столько человек интересен сам, сколько вы хотите что-то получить для себя. Это опять в какой-то степени получается такой, знаете, ну не обман, наверное, обман совсем корректно было бы сказать. Получается, как будто вы, ну, обманываете себя, наверное, в первую очередь, потому что не совсем на молодого человека это направлено, вот, то, что вы будете, ну, словно ему говорить, или то, что вы будете, словно, ему давать в качестве обратной связи, вот, и, соответственно, это может, конечно, повлиять на довольно-таки негативно на вас, ну, на ваше взаимодействие с ним, потому что что произойдет, если он не ответит вам взаимностью, или что произойдет, если вы увидите, что он не заинтересован, например, ну, например, в общении вот с вами, что тогда будет. А такое вполне может быть, к сожалению. И вам, мне кажется, нужно к этому быть готовым. Если вы хотите отношения, если вы хотите выстраивать отношения с человеком, вам, наверное, нужно быть к этому
готовы в любом случае, потому что личное общение, ну, вы можете столкнуться с тем, что вы неинтересны человеку. Вот. Если вы к такому не готовы, то, ну, наверное, в таком случае контекста общения можно и не начинать, потому что будете чувствовать себя разочарованно. Или будете, или можете чувствовать себя разочарованно. Вот если вам этого не хочется, если вам не хочется чувствовать себя разочарованной, вот, то, наверное, имеет смысл не начинать общаться с ним вообще. Вот. Но в любом случае решать вам, и вопрос, который, ну, так вот, знаете, напрашивается немножко на продолжение этой темы, да, вопрос, он заключается в том, почему вы сомневаетесь. Вот. Как правило, это такой момент неуверенности в себе, да, и если вы в себе не уверены, то человек это почувствует, вот. Ну, что вы в себе не уверены. Человек почувствует, человек ощутит, увидит, поймет, что вы в себе не уверены. Вот. И, соответственно, будет к вам, ну, будет к вам относиться соответствующе. То есть, вот, ну, общение с вами, оно будет таким. То есть оно будет неценностным. Вот, а я не думаю, что это вот то, чего вы хотели. Мне кажется, что вам бы хотелось, наверное, немножко другого общения. Вот, а этого может не быть. Поэтому, если вы хотите для человека вот что-то, да, если вы хотите человеку что-то дать, если вы хотите человеку что-то, ну, что-то, не знаю, предложить, то в таком случае, да, наверное, имеет смысл общаться. Ну, начать общение в таком случае имеет. Вот. А если вы чувствуете, что вам нужно вот что-то самой, то это момент, на мой взгляд, не очень хороший для взаимодействия, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Потому что ситуация, она будет не в вашу пользу, условно говоря. Вот. Как-то так, наверное, я бы вам ответил на ваш вопрос, который вы задаете. Надо разобраться в себе, да, и уже тогда действовать, исходя из того, что важно вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.